Здесь можно получить всю необходимую информацию, в том числе о бесплатном и анонимном тестировании на ВИЧ-инфекцию. Специалисты-эпидемиологи проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики этого заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. На вопросы жителей Кубани ответят специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по телефону в Краснодаре 210 58 08.